Знайте, о мусульмане, если бы вы не отдалились от всемогущего Господа, Он не направил бы на вас никого. Потому что тому, кто приближен к Всевышнему Аллаху и знает, что Он видит его, никто из джиннов и людей не сможет навредить. Али Аль-Хавас говорил: «Когда кто-либо тебе навредил или унизил перед людьми, считай, что это тебе напоминание от Всевышнего о том, чтобы ты подумал о своих грехах. Начни искренне каяться и сожалеть о своих упущениях, о слушаниях. Остерегайся думать о недостатках того, кто тебя унизил». Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, поделиться, оставить комментарии и нажать на колокольчик.